Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас на юге России, в солнечном и теплом Краснодаре, где буквально через минут 10 стартует матч 7-го тура МЛП в первой лиге сезона 23-24. Кубань принимает Аланию из Владикавказа. 11-й Алан Чочиев и 8-й Заур Тарба. В атаке втроем слева 80-й Валерий Цырукян, справа 99-й Николай Георгобиани. Таказов начинал карьеру в Алании, было это правда еще более 10 лет тому назад. Подача слева от Чочиева, удар в дальний угол, 1-0! Как просто и как эффективно открывает счет Алания из Владикавказа. Добежал до границы поля Алан Чочиев, выдал передачу на второй этаж, где великолепно, фирменно, мастерски разобрался Ислам Машуков. Четвертый гол в сезоне и первый быстрый гол в этом матче. Темников здорово в центр. Махатадзе, Кенфак обратно. Очень густо центр поля населен. И удар вот такой поворотом с рикошетом сопряженный. И успел среагировать уже уходящий правее Ростислав Солдатенко. Чуть более часа. Это неплохая атака от Алании. Вход в штрафную. Тарба, подача, есть замыкание, будет ли еще удар? Георгобиани требует пенальти. Владикавказцы, но, честно говоря, при просмотре эпизода первым дублем не было ощущения, что мяч кому-то из защитников Кубани в руку угодил. Перехват, Машуков, справа открывание, награждается мячом, удар! Колышется сетка ворот, куда мяч угодил. С внешней стороны пробил Николай Георгобиани. И по поводу потерь Кубани я уже говорил. Там они очень серьезно смотрятся. Пас из глубины. Внимание! Оливье Кенфак бьет в Нестеренко. В Солдатенко. А далее добивание из пределов штрафной площади от Гарика Левина выше ворот. И негодует Ростислав Солдатенко. Кричит на своих защитников, которые такое допустили. Низом катит мяч. И здорово играет Шавлоков, который в центр обороны стягивается постоянно. Горфов низом пытается левее мяч откатить. Абдоков, внимание, удар низом! И снова Ростислав Солдатенко уже по-хоккейному, отстегивая правую ногу, отражает не самый сильный, но весьма опасный удар. Ох ты, какой пас назад от Хабалова. Нервотрепка пошла для Алании. Но и пошли контратаки. Одной передачи слева отыскивается Георгобиани. Передача на Машукова. Здорово. Пауза. Машуков. Удар по центру в Нестеренко. Нестеренко, Солдатенко. Хей-хей. Хороши сегодня вратари. Спасибо всем тем, кто пришел на трибуны стадиона «Кубань» в Краснодаре. Все эти люди на нервах. Подача, Солдатенко. Блестящий полет. Классная реакция. Но все эти рассуждения, они хороши по содержанию самой игры. Пока ноль в графе пропущенных мячей у Алании. Контратака. Это опасно. Батрас Гурциев. Удар Нестеренко. Какие же у нас вратари? Нестеренко, Солдатенко, хей-хей. Оба красавцы. Критических значений растягивать все внутриигровые паузы. Мельников. Подача. Удар. Штанга, кажется. Ну-ка. А по-моему, даже Нестеренко до мяча добрался. Классная работа корпусом. Здорово вышел на поле Алон Бутаев, на мой взгляд. Стало понадежнее. Багаев рвется в атаку. Багаев, удар! Мы уже откровенно оставили в стороне вопрос работы в обороне кубанцы. Но времени на еще одну атаку не хватает команде Александра Григоряна. Алания одерживает победу, тяжелейшую победу в Краснодаре. Всем вам большое спасибо за внимание. Для вас этот матч комментировал Сергей Курманов. Желаю всем вам сил, терпения, здоровья и удачи. До новых встреч на матчах лучшей лиги мира.